Чукчи Иван Иванович настраивает своих псов на гонку. Это их пятая совместная попытка добежать до призового места. Все его собаки – породы камчатская ездовая. Ее вывела сама природа. На таких здесь уже сотни лет ездят. Иван Иванович мечтает выиграть, чтобы наконец купить себе новую нарту – ездовые сани. Для него это словно иномарка, а то все по старинке ездить приходится. Нарта чукотская – это ор-вор. Вот это опан-арав. Это остов, тормозить. Вот, это и пихут, вот это выдвуевки. Ходить, вдруг там что, слазить-то ходить. Ну, про это не буду говорить, это для фекалий. На этой упряжке он ездит за продуктами и по делам, и сюда приехал из родного селения на этих псах. Собак, говорит, бережет так, словно они его дети, любит. Да и случись с ними чего, получит, нагоняет жены. Ну, тапочки-то нам всегда вожу. Обязательно на старт выйдем, основной тапочки, чтобы не били лапы. Собаки-то жалко лапы. Мне еще потом дома на них возить, только жену на рыбалку, за дровами, на охоту. И все вот это. Бензин, знаете, дорогой, 23 тысячи у нас бочка стоит. Берингия – уникальная гонка на собачьих упряжках. Во-первых, маршрут рекордно длинный. В этом году каюры пройдут больше 1100 километров по восточному побережью Камчатки. Во-вторых, к участию допускают не только спортивные упряжки, но и таких вот Иван Ивановичей. В этом регионе России собак до сих пор используют как транспорт для перевозки грузов в труднодоступные районы. Четвероногих гонщиков к старту готовят в собачьем городке. Главная забота каюров, погонщиков, чтобы лапы у собак были целы. Жесткий наст может их повредить. Спортсменов с травмами обувают вот в такие защитные тапочки. А ветеринары гонки проверяют каждую беговую лапу. А где порвана? Ну посмотри, ну, где ешь. Вот люди думают, что это мы тут их мучаем, издеваемся. Нет, они любят это дело. Посмотрите, как они на старте рвутся, они хотят бежать. Но когда действительно это причиняет уже собаке неудобства, она уже не хочет идти, естественно, мы силком не заставляем. Мы такое животное сразу снимаем. Поверьте мне, для этого есть ветеринары, каюры следят за этим четко. Они сами видят, что если собачка уже не идет, тормозит упряжку, они сами ее посадят в нарты и привезут, мне сдадут. И скажут: «Петровна, ну не идут». У каюра на каждую собаку должны быть по 3 комплекта защитных тапочек. Ведь служба сопровождает упряжки по всей дистанции. Если четвероногий гонщик захворает, его поместят в мобильный собачий госпиталь. Еда берется за расчет 1 килограмм на собаку примерно. Ну, там, если будет чуть холоднее, то больше корма берем. А большую часть еды везут организаторы. То есть мы берем с собой только суточный запас корма на гонку. На ночевку каюров ждут в лагере. Днем путь по дистанции они прокладывают сами. Победит тот, кто правильно по ходу гонки распределит и свои силы, и силы своих собак, и придет на финиш первым. Открытие Берингии отметили шумно, а вот на старт каюры идут уже в тишине, чтобы сосредоточиться. У них и у их собак впереди непростой путь. Сейчас на Камчатке бывает до минус 30. Екатерина Подмарева, «Настоящего времени».